В Казахстане впервые начали производить дроны-вертолеты, способные перевозить различные грузы. Беспилотные летательные аппараты «Ирбис» были презентованы сегодня в столице. Их будут использовать для нужд промышленного и гражданского секторов экономики. Беспилотники смогут также проводить экологические мониторинги и оценивать масштабы чрезвычайных ситуаций. Разработчики рассказывают, в сравнении с зарубежными аналогами, казахстанские дроны заказчикам обойдутся гораздо дешевле. Минимальная стоимость одного вертолета-дрона отечественного производства составит 120 тысяч долларов. Это в 5 раз ниже цены аппаратов иностранных предприятий. Широкий спектр использования в дальнейшем мы видим. Это, во-первых, для сельского хозяйства, для того, чтобы полностью делать разведку, это разметку земель там, и так далее, разливы рек. Это очень будет применимо для Министерства чрезвычайных ситуаций. Ну и еще самое важное, это для нефтепроводов, которые проходят, будем говорить, по всему западному Казахстану.